Следующий вопрос у нас касается автодороги Ракпас-Мещура. Когда ждать ремонта этого участка в районе реки Газью? Спрашивают жители Княжпогодского района. В следующем году мы запланировали разработку проектной документации. Там достаточно сложная история. Без проекта привести в нормативное состояние данный участок невозможно. Есть какие-то подземные грунтовые воды, которые постоянно подмывают, дорога уходит. Поэтому в следующем году планируем, заказать проектную документацию. Ну и, соответственно, в 2024 году будем реализовывать уже данный участок дороги.